Жители авиагородка дома 20, второго подъезда непосредственно. Просим обратить внимание на наш дом и помочь в решении проблемы с канализацией. Нам нужен капитальный ремонт в подвале канализационной системы и к дому. Не раз обращались в управляющую компанию «Уют», в прокуратуру, в администрацию, систематически обращаемся в Роспотребнадзор. На наши обращения ремонта канализации не производилось ни разу. Приезжает компания «Уют», откачивает одну машину, но этого мало, так как... Это не решает нашу проблему. Не решает проблему, и одну машину откачать мало, вода остается и постоянно набирается. То есть вонь в подъезде, в квартирах. Все фекалии стекают к нам под квартиры, в подвал. Просим помочь решить проблему с ремонтом канализационной системы.